16 марта 1961 года сюда, в санаторий «Волга», в условиях полной секретности, прибыла группа из 6 офицеров. В их задачу входило исследование рельефа Куйбышевской области, ведь именно в этот регион должен был приземлиться первый космонавт. В составе этой секретной группы был Юрий Алексеевич Гагарин. Разместили молодых людей в генеральском корпусе. В санаторий офицеры прибыли уже после выполнения своей задачи. Они облетели местность возможного приземления на самолете. Итоги этой своеобразной разведки обсуждали за обеденным столом. Здесь расположился командующий Приволжским военным округом. На этом месте командующий ВВС. Здесь, соответственно, 3 капитана, с этой стороны 3 старших лейтенанта. Вечером офицеры играли в бильярд и настольный теннис, смотрели телевизор, а позже разошлись по комнатам, которые 60 лет назад выглядели иначе. Вместо одной комфортной были 3 панцирные кровати. А вот вид из окна комнаты, где спал Гагарин, остался таким же умиротворяющим. Утром проснувшись, позавтракав, также за ним прибыл машина, и они убыли в аэропорт Смышлявка и, соответственно, в город Москва. И хотя Юрий Гагарин с товарищами провели здесь одну ночь, память об этом событии в санатории хранят бережно. В то время многие сотрудники могли только догадываться о том, какие важные гости прибыли на отдых. Сейчас учреждение выполняет не такие секретные, но не менее важные задачи. В период пандемии здесь пациенты, переболевшие коронавирусом, проходили реабилитацию. За полгода врачи санатория восстановили почти 800 самарцев. Специалисты подготовили для них самое современное оборудование и необходимые медикаменты. К счастью, тяжелых случаев не было, смертей не было, пациенты все выписаны в удовлетворительном состоянии, с хорошими отзывами на нашем санатории, они уехали домой с клиническими рекомендациями по дальнейшему лечению и профилактике осложнений, перенесенной ковид-инфекцией. Санаторий работает с 1929 года, встречает постояльцев широким спектром медицинских услуг в сочетании с волжским воздухом. Тех, кто с гордостью может сказать, что отдыхал там, где останавливался сам Юрий Гагарин. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.